Смотрим репортаж, потом обсудим, подискутируем. Сметана, глазированные сырки, сыр, печенье, сливочное масло, творог. Казалось бы, это разные продукты разных производителей. Но на самом деле это все обман. Все эти продукты имеют одну основу. Вот эту. Пальмовое масло. Если взять глазированный сырок, ну, две возьмем штуки, сметану, творог. Сюда мы его сейчас, так вот, масло, якобы сливочное, на самом деле пальмовое, сюда его, так, сыр, печенье, и все это перемешаем, и потом на специальной центрифуге, если это все довести до однородной массы, и разложить на фракции, мы получим одинаковую основу. Вот эту, пальмовое масло. Сейчас я вылью вот это пальмовое масло сюда. И посмотрим, что получится. Запах. Запах ужасный. Ой, ужас. Ужас. Вот это мы все едим. И как это производят, вы сейчас увидите. Из нашего репортажа. В Индонезию наша группа приехала под видом предпринимателей. Узнав, что мы из России, нам сразу же предложили самое дешевое сырье. О, вот такого цвета оно. Это вот в таком виде оно отправляется? Да. Угу. Это готовый продукт, которые некоторые компании умудрились использовать. Это еще довольно нормальное качество. Есть еще услуги, которые еще ниже качества. Да. Ну, в принципе, вот все это оборудование, они довольно как бы простое, но это самое эффективное, чтобы получить самое лучшее соотношение цена и качество. И так, качество, мы говорим, это ну, довольно низкого, да, но... То есть, если они нас сюда привели, то им кажется, что на их взгляд, что это все чисто, то есть они нас водят по этим местам, и все чисто, да? Да. Более-менее. Все представляют, что за... Водой из шланга. И после этого, как это все там стоит, вот все, мусор, мы это еще раз рафинируем и получаем еще пальму. Огромные земляные ямы, заполненные маслом. Рядом с нами постоянно крутится человек из службы безопасности. Другой фотографирует. Это масло самое дешевое, $500 за тонну. Его отправляют в Россию и Казахстан. Говорят, что на мыло. Однако позже выяснилось, что этот же продукт после дополнительной обработки будет залит в танкер и отправлен в Россию, точнее в Тамань, на наливную базу, откуда это масло разойдется по стране, и из него будут делать детское питание, сметану, ну и так далее. Качество любого растительного масла определяется по так называемому перекисному числу. Это показатель окисления продукта, или, проще говоря, его порчи. Европейская норма для пальмового масла не более 0,5 миллиэквивалент активного кислорода на килограмм. Для пищевой промышленности все, что выше, уже опасно для здоровья. Мы можем делать, в принципе, документ, какой вам нужен, с таким, скажем, с таким же кодом, как вам подходит, и с такой страной производства, какой вам нужно. Перекисное число пальмового масла увеличивается, если условия его хранения и транспортировки не отвечают требованиям безопасности. Россия, Тамань, Черноморское побережье. Здесь находится наливной терминал. Именно сюда танкерами привозят пальмовое масло. Очень дешевое по себестоимости, очень легко в добыче его. Его заливают танкером, где 50 тысяч тонн. И гонят его через полмира сюда к нам. Здесь его сливают,
на магистральные тягачи, железнодорожные вагоны и везут в пункт переработки. Вот и посчитайте, затраты проехать 25 тысяч километров с одной части земли в другую, переработать, выпустить и получить с этого прибыль еще. Это какая низкая стоимость. Поэтому наше сельское хозяйство, натуральные продукты, масло, молоко, сметана не могут конкурировать из-за этого. В расследовании нам помогает местный эколог Сергей Головин. На данный момент сложилась ситуация, что нет натурального, заменяют искусственным. Вся Европа от этого уже давным-давно отказались. Они изучили пальмовое масло, они изучили вред, который это наносит, даже просто само пальмовое масло. Это жиры, которые не расщепляются в человеческом организме. Температура плавления пальмового масла почти 40 градусов, 41-42 градуса. Температура человека 36,6 градусов. Соответственно, жир, который в молекулярном виде, попадая в организм, дальше эта молекула не разлагается. Молекулы скапливаются, приклеиваются к сосудам. Если у человека есть варикозное расширение вен, то есть идет воспаление сосудов. Стенка сосудов притягивает эти жиры, они образуются, получается тромб, потом он отрывается, и все, летальный исход, либо инсульт, либо человек остается инвалидом. Мы проникли на один из заводов по переработке пальмового масла. Вот этот пробоотборник. Будем набирать сырье. С большим риском и трудом нам удалось достать образец индонезийского сырья из огромной емкости танка. Открыв кран, набрали оттуда масляной жижи. Такого количества достаточно для проведения экспертизы. Результаты исследования. Перекисное число отобранного нами образца 6,18. Это в 12 раз выше европейской нормы. Как говорят эксперты, использовать такое масло в пищевой промышленности опасно для здоровья. Задача для бизнеса, готовящего вот эти пищевые продукты с подменой натуральных масел, полезных для организма, на вот эти гидрогенизированные, искусственно полученные масла, являлось то, чтобы сделать жидкое природное масло твердым или хотя бы полутвердым. Поэтому и прибегают вот к этой технологической процедуре, которая называется гидрогенизация ненасыщенных кислот, что приводит к превращению так называемых цис-кислот, когда атомы водорода при двойной связи располагаются вот так, в одну сторону, в транс-кислоты, когда они расположены вот так. И, следовательно, свойства принципиально меняются с полезных для живого организма, не только человека, но и животных, на исключительно вредные, вызывающие рак, вызывающие ожирение, вызывающие диабет, вызывающие разрушение эндокринной системы, в частности, щитовидной железы. И поэтому, конечно, речь идет о том, что использование гидрогенизированных жиров необходимо прекратить и как можно быстрее. База по переработке импортного масла работает в Тамане круглосуточно, а отходы прячет в воду. По этой черной новой трубе происходит сброс маслопродуктов в Черное море. Перед нами человек, который решился рассказать, как сбрасывают отходы в морскую акваторию. Лицо закрыто, голос изменен. Он реально рискует жизнью. Я знаком с системой работы очистных сооружений на данном предприятии и считаю, что они работают с нарушением требований закона. Сброс ливневых стоков, масло-жирового конденсата, солевых стоков проходит именно через эту трубу. Такие действия руководителей данного предприятия наносят вред экологии полуострова Тамани и Черноморской акватории моря. Как следствие, гибель дельфинов недалеко от курорта Анапы.
Французская ривьера. Прекрасный вид на море. Хорошая еда. Замечательная экология. На Лазурном берегу сегодня отдыхают многие россияне. Среди них есть и те, кто занимается в России продуктовым бизнесом. Свой капитал они сколотили на продаже пальмового масла, которое, кстати сказать, в пищевой промышленности Франции уже не используется. Это детское питание, в нем есть пальмовое масло? Нет, больше нет. Было, но уже нет. Его запретили, потому что выяснили, что пальмовое масло – это очень плохой продукт. Но уже где-то год, может быть два, стали предупреждать. Внимание, пальмовое масло – это очень опасно. И вот во Франции его из всего стали исключать. В продукты пальмовое масло больше не добавляют. Раньше выпускалось очень много печенья с пальмовым маслом. Больше его нет. Вы в России тоже должны понять, пальмовое масло нужно запретить. Сейчас мы идем в магазин, где продаются только натуральные продукты. Для русского, российского зрителя это будет интересно. Хозяйки, знайте, что в Европе есть еда, где нет ни пальмового масла, ни химии, ни пестицидов. И где ваши дети не будут страдать никогда от аллергии. Такие магазины есть. У меня вопрос, а почему у нас таких магазинов нет? Пошли. Это директор магазина. Натуральное? Да, все абсолютно. Сюда ходят обычные французы или богатые французы? 40 лет назад к нам приходили только те люди, которые были убежденными приверженцами биологических продуктов. А потом нам стали наведываться богатые, те, кто мог себе это позволить. Это натуральный фермерский продукт – живое молоко. Срок годности очень короткий. Через пару дней может свернуться. В России такое молоко большинство людей не покупает, потому что боятся, что оно может быть испорченным. А вот во Франции, если молоко вдруг оказывается кислым, производитель обязан за него вернуть деньги. Все продукты, которые здесь представлены, имеют вот эту маркировку. Здесь написано, если возникли проблемы с качеством, например, молоко свернулось, просим вас вернуть упаковку в магазин. Приносим вам извинения за неудобства. Вы сами контролируете всю продукцию? Каждый месяц к нам приезжает проверка из Министерства сельского хозяйства. Их специалисты выборочно забирают товар. Вот недавно, например, рапсовое масло взяли и проверяют. У меня вопрос. А они вас предупреждают, когда приходят? Или приходят внезапно? Нет, они просто приходят и все. Ага. Сейчас я вам расскажу, что происходит в России. Раньше у нас было, как у вас. Проверка приходила внезапно. И это нормально. Ага, нормально. А сделали как 5 лет уже. Мы комиссии приходят, заранее предупреждают продавца. И приходят в магазин. И смотрят. Вы представляете? Творят, что хотят. Почему же в России все по-другому?